6 и 7 октября команда студентов и преподавателей военного учебного центра при РТУ МИРА приняла участие в военно-патриотическом проекте «Марш кремлевских курсантов». Данное мероприятие проходит ежегодно с целью сохранения исторической памяти о подвиге личного состава отдельного курсантского полка, сформированного на базе Московского краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР, героически проявившего себя в битве под Москвой в 1941 году. Маршрут проекта повторил путь, который в октябре 1941 года за 36 часов преодолели кремлевские курсанты. Из летних лагерей училища на озере Сенеж они отправились на фронт под Волоколамск и держали оборону на указанном рубеже. Только самые подготовленные студенты военного учебного центра при РТУ МИРА приняли участие в этом масштабном мероприятии. Ведь сам марш совершается в полной боевой выкладке с макетами оружия времен Великой Отечественной войны. На маршруте участники посетили более двух десятков памятных мест. Воинские почести были отданы и возложены цветы к 24 памятникам и мемориалам погибшим защитникам Отечества. Завершилась акция в селе Ярополец у мемориала кремлевским курсантам, воинам 1941-го посвящается, где состоялась торжественная церемония возложения венков и награждения участников нагрудными знаками. Студенты и преподаватели почтили память героев и в очередной раз проверили свои способности преодолевать трудности, проявлять твердость духа и физическую выносливость, подтвердив свою готовность выполнить боевую задачу так, как это сделало поколение 41-го года.